Совсем скоро. На телеканале НТВ состоится премьера второго сезона сериала «Кошер». События. Продолжение разворачивается спустя несколько месяцев после финала первого сезона. Возлюбленная Глеба Каверина, Елена Елагина, ждет от него ребенка. Бывшая жена главного героя Марина, изменившая им. В первых сериях картин вот-вот родит, но по-прежнему неизвестно, кто отец ребенка. Глеб Каверин продолжает работать в клинике и заботится о своих пациентах. Однако ему не удается добиться повышения до заведующего. Отделение руководство считает Каверина слишком неудобным. Также в новых эпизодах на пути Каверина встанет его бывшая возлюбленная, самоуверенная и жесткая Жарова. Ее назначат заведующей отделением. Она решила напомнить себе Глебу и готова на все, чтобы вернуть его. Когда это не получается, движимая местью и ревностью, она решает объединиться против Каверина с авторитетным бизнесменом Брагиным. Кроме того, заклятый враг Глеба Сорокин обрел покровителей и готов мстить ему. Главные роли в картине исполнили Никита Панфилов, Елена Лотова, Виктория Романенко, Ирина Таранник, Владимир Бутенко, Артем Осипов и другие. Премьера второго сезона сериала «Акушер» состоится уже в 2025 году. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.